В Москве состоялся грандиозный парад в честь 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади и над ней гордость российской оборонной промышленности, военная наземная техника и авиация. На трибуне президенты России и Казахстана. Рядовые россияне второй год подряд не только наблюдают за главным парадом, но также принимают участие в шествиях бессмертного полка. Подробнее о параде в Москве через пару минут. День Победы сегодня отмечали и в странах Балтии. Хотя ни в Литве, ни в Латвии, ни в Эстонии такого праздника не существует. Согласно официальной историографии, этот день для Балтийских республик считается началом советской оккупации. На связи наш корреспондент Евгений Эрлих. Евгений, так отмечают 9 мая в Риге или нет? Добрый вечер, Нью-Йорк. Здравствуйте, Лиза. Ну, знаете, действительно, День Победы в Риге отмечается, причем массово. Считается, что порядка 100 тысяч рижан приходят в Парк Победы и возлагают цветы к памятнику советским воинам-освободителям. Так что уже для цветочников это действительно настоящий праздник. При этом 9 мая не государственный праздник. Более того, он государством не одобряется и не поощряется. Пожалуй, нигде больше, ни на постсоветском пространстве, ни в мире День Победы не имеет таких разных коннотаций, таких разных интерпретаций, как в странах Балтии. Соглашусь, что для многих россиян это звучит кощунственно, но исторический факт. Советская армия победила нацистов и в Австрии, и в Польше, и в Югославии, и в Латвии. Но при этом Австрия получила независимость, Польша, Югославия и целый ряд стран вошли в блок социалистических стран и все равно сохранили статус самостоятельных. А вот Балтийским республикам не повезло, они стали частью Советского Союза. То есть по официальной версии историков из Риги, Таллина и Вильнюса, 9 мая это одновременно и освобождение от немецких захватчиков, и начало советской оккупации. И потому веселиться на 9 мая есть своего рода кощунство и неуважение к своей стране. Я сейчас озвучил не чье-то единичное мнение, а это позиция главных правящих партий. Официально в Латвии отмечают 8 мая, день памяти жертв Второй мировой. И это не праздник, а траур. А вот 9 мая никто из правительства не приходит в Парк Победы, и этот день становится днем такого противостояния. Вы не одобряете, а мы все равно отмечаем наш День Победы. Торжества проходят при поддержке мэрии Риги, российского посольства, и есть фонд, через который люди сдают деньги. Так что весь день здесь концерт, а вечером салют. Мы пообщались сегодня с рижанами, спросили, как они относятся к этой дате, и мне кажется, что вот их ответы вполне дают представление о том, что это история, где нет черного или белого. Важный день, важный праздник. Посмотрите, сколько людей, все идут и будут идти, что бы ни было. Мы однозначно за этот праздник. Потому что? Потому что у меня два дедушки воевали, и я не могу не прийти к памятнику, понимаете? Да. И вот молодое поколение тоже приучаем. Ну, Латвия была оккупирована трижды. Дважды Россия, одиннажды Германия. В этом контексте 9 мая что для вас значит? Знаете, как эта история? Я думаю, все должны жить дальше. Вы сами его празднуете или нет? Нет. Для нашей вообще семьи это много значит, потому что моя бабушка воевала, она была снайпером под Питером. Очень много мужчин с нашей семьи полегло, поэтому мы чтим память. И мы даже не пошли в сад сегодня с сыном. И для меня это очень важный праздник. А то, что происходило в советское время, конечно, с некоторыми моментами Сталина и репрессий я не согласна. Но это другая история. Я знаю, что есть много мнений. Но для меня лично это прошлое, надо смотреть будущее. Ну и для полноты картины добавлю, что в Латвии советская символика запрещена, она приравнена к нацистской, то есть за красный флаг с серпом и молотом, так же, как и за звездочку красноармейца, кстати, можно получить определенное взыскание. С другой стороны, второй год подряд в Риге проходит акция «Бессмертный полк», где родственники несут фотографии своих отцов и дедов, солдат, воевавших под теми же самыми красными знаменами. Я могу только лишний раз сказать, что, по моему ощущению, нет в Латвии более актуальных вопросов, чем вопросы истории. И здесь не получается понять, простить, забыть. Вроде бы надо идти вперед, но все смотрят назад. И в этом смысле, кстати, Латвия отчасти зеркалит Россию. Там ведь тоже главное достижение страны случилось 71 год назад. Лиза? Спасибо. Это был мой коллега Евгений Эрлих о том, как отмечают 9 мая в странах Балтии.